Авария с участием внедорожника и легковушки произошла на улице Лазарева. Водитель УАЗа двигался в сторону центра Сочи и на повороте не пропустил двигавшуюся навстречу «Ладу Приора». От столкновения УАЗ перевернулся и загорелся. Огонь был ликвидирован в течение 10 минут. Специалисты МЧС также использовали спецоборудование для извлечения из авто одного из участников аварии. На место ДТП прибыли и 3 кареты скорой помощи. Есть пострадавшие. А это уже ночное ДТП на пересечении Курортного проспекта и улицы Пушкина. Столкнулись скутер и Мерседес. В результате аварии множественные травмы получил водитель скутера. Он был доставлен в больницу. Владелец иномарки не пострадал.